Ваша курфа! Заката темно! Лобо страда там! This is fallen territory. We aren't safe here. Доброго времени суток, я вас приветствую на своем канале. И сегодня у нас снова будет обзор. И на этот раз у нас вот такой вот маленький сет. Это сет по серии Destiny от Megablocks. Это те же самые Mega Constructs, только до того, как они себя переименовали. Сет у нас называется Sparrow S10V. Также и по-английски. В локализованной версии этой игры Sparrow не переводится на воробей, а остается точно так же, как он и есть. Как вы видите, у нас достаточно красивая коробка. Это очень такой классный дизайн, который прям кричит все, что связано с этой игрой. В этом сете у нас 123 детали, 2 фигурки и 2 маленькие постройки, а также вот такой вот маленький призрак. Давайте посмотрим, что же внутри. Сет готов и построен, и начну я, пожалуй, с охотника. Итак, охотник у нас здесь именно такой вот зелененький. Я в Destiny первую не особо играл, поэтому не знаю, что это за броня. То про него я могу сказать, так это то, что у нас есть вот такой вот зелененький призрак. Как и все призраки, он идет на вот такой вот небольшой клипсе. С этой клипсой у меня уже были некоторые проблемы, именно в других сетах. Да, у меня, я их получаю практически одновременно. Так что про это выйдет как-нибудь отдельное видео, где я буду говорить о том, что я думаю про серию Destiny от Mega Constructs. Итак, значит, что у него есть? У него есть вот такой вот маленький ножик. Во-первых, это очень классная деталь, она очень хорошо сделана, и единственное, что меня по поводу него волнует, так это то, что лезвие настолько маленькое, но, по-моему, должно быть больше. Здесь огромное спасибо, так еще и рукоятку покрасили в другой цвет, это вообще шедевр. Выглядит он нереально хорошо. Дальше по охотнику я могу сказать то, что плащ у него есть. Что его плащ мне лично очень нравится. То есть, если я даже не сниму, то я покажу единственную проблему с ним, то что вот здесь он такой хлипкий, маленький, и такое ощущение, что он в любой момент может порваться. Но он сходится по цветовой гамме, и вот такой вот военненький плащ, по мне, так неплохая деталь. Теперь проблема этого плаща в том, что он здесь именно так скапливается, то есть не совсем хорошо предназначен для этой фигурки, если быть точнее, для призрака. Что еще я могу про него сказать? Броня такая металлическая, зеленая. Вот эти вот части, у меня с ними тоже были проблемы, они постоянно выламываются. Да, в принципе, у Destiny много чего ломается, у них ломаются вот эти детали, ломаются вот эти детали, ломаются вот эти детали. Но об этом будет дополнительное видео. Еще одна проблема этой фигурки, то что не только один локоть шатается. То есть посмотрите, как он шатается. Но еще и, блин, другой. То есть мне очень видно повезло. Я уже показывал, как починить проблему вот здесь. И я покажу, как починить вот здесь. Небольшой спойлер, точно так же. Вот абсолютно точно так же. Значит, из оружия у него вот такой вот автомат Кабал. Я поначалу относился к нему скептически, думал, то, что он не сможет его нормально взять, но как оказалось, из-за того, что у них другое строение рук, оно отличается от Хейла, они могут вот так вот держать автоматы, и это выглядит очень и очень классно. То есть здесь создателям вот реальный респект. И, блин, переходите с Хейла на вот такой вот, потому что это выглядит гораздо лучше. То есть, если там взять любое оружие из Хейла, любое оружие откуда угодно, то оно будет выглядеть гораздо лучше. Так что, блин, с Mega Constructs переходите на вот это. По голове я могу разве что сказать то, что местами принт
немножко сбился, но выглядит все еще хорошо. Поэтому вот этой фигуркой я по большей части доволен, но как бы браки присутствуют и, ну, не самое это классное. Но тем не менее фигурка по мне так очень хороша и заслуживает свое место в этом сете. Итак, вот у нас есть Падший Капитан, и он однозначно из Дома Волков. Сразу пошли на вот это вот дополнение, по мне так это прикольно, но с другой стороны, почему нельзя было сделать первым кого-то из более важных домов, ну и не знаю, там, из дома Дьявола или кого-нибудь еще, ну ладно. Что еще мне нравится по поводу этого капитана, так это то, как у него детализирована голова, то есть мы можем видеть здесь вот эти вот металлические болты, мы можем наблюдать вот эту вот зеленую линию, которую я не понимаю вообще, что там делает. Но и мне очень нравятся его руки, то есть если посмотреть на руки, то детализация именно вот этих вот таких вот рук мне безумно нравится. Почему в Halo таких нету, не понимаю. Значит, что еще я могу про него сказать, то что плащ у него такой тоже достаточно странный, но он держится уже на резинке. И здесь уже перейдем к тому, как у него стоит торс на 4. Да, вот сейчас еще поговорю об этой проблеме. Вот так вот. Это, в принципе, можно было бы использовать для дрэга, но у нас нету дрэга. Почему? Фиг его знает. Итак, в этой постройке у нас вот такой вот брак, то есть сломанная деталь. Фигурка была уже собрана, когда я ее доставал. Она была собрана, мне не нужно было надевать наплечники. Он уже был сломан, когда был надет. Я попытался его заклеить, но это тоже не спасло. Так что, нет, это, блин, мега опять ваша проблема. С наплечниками, как я уже говорил, очень часто идут проблемы в этой линейке продукции, а также идет с локтями и с призраками, также вот этими поножными. Ноги у него, кстати, сделаны очень даже хорошо. Единственное, меня немножко смутили пальцы, но да ладно. Походу, так оно и должно быть. У самого капитана два таких меча. Да, их можно дать кому угодно, так что в этом плане плюс. Это большой плюс. Да, и опять вот считающийся немножко локоть, выдвинутый вперед. Так, теперь переходим к постройкам и начнем, пожалуй, с жестянки, раз мы уже говорили про капитана Падших. Сама жестянка делается очень так прикольно и выглядит хорошо, но только спереди. Сзади у нас есть вот этот вот бугорок и здесь вот эта вот фигня. Я в Destiny играю достаточно много, я сразу могу сказать, что вот так вот там не должно быть. Ну вот в принципе не должно быть, здесь что-то должно закрывать. Можно было найти какую-то деталь, которая бы это закрыла, в принципе. То есть, здесь не понимаю, почему этого не сделали. Но меня очень порадовала сама постройка, потому что она, в принципе, такая достаточно интересная и немножко такая, как бы вам сказать, не то чтобы сильно сложная, но напрягающая, потому что вам приходится думать, как вставить вот эти, чтобы они не мешались. Здесь сразу я вижу несколько новых деталей именно, хотя я не знаю по поводу насколько вот это вот новая деталь, но это однозначно новая деталь, созданная специально для жестянок. Кстати, забыл сказать то, что у троих, то есть у Спэру, у жестянки и у капитана есть вот такая вот подставка, очень полезная вещь, поэтому сет этот, на мой взгляд, в этом плане выигрывает. И перейдем, пожалуй, к самому Спэру. Почему Мега Конструкс начали сразу делать кучу Спэру, моему недалекому уму вообще не понять. Но они это начали делать, и мы с этим ничего не поделаем. Значит, у нас есть такой вот серенький Спэру, ну, Спэру S10V. Откуда он берется, я не знаю. Что это за Спэру, я тоже не знаю. В первой части Destiny я не играл. Я играю в основном во вторую часть. И могу сказать то, что выглядит он достаточно прикольно. То есть во второй части вроде тоже были такие Спэру, и они выглядят достаточно похоже. Я не совсем уверен про вот эту вот фигню, но может быть оно там и было, иначе бы зачем это ставили. Сразу еще что я могу сказать, то что вот эта вот
однозначно новые детали, сделанные специально для Spyro. Может быть, из-за этого и начали делать сразу два Spyro, потом еще делали Spyro. В итоге вот эту деталь использовали в трех разных Spyro. Блин, ребята, не надо было, я думаю, такое делать. Spyro не самая важная вещь, но именно консолька с принтом вот здесь вот мне очень нравится. Огни — это шедевр, лучше не придумать. И что мне еще больше всего нравится, то что можно придать этому Spyro совершенно разные моменты. То есть он может ехать так, перехиляться, забиваться на бок. То есть в этом плане очень классная вещь. А теперь единственный минус, который я нашел в этой постройке, и этот минус, он присутствует в достаточно многих сетах того времени, насколько я понял. Но настолько большую надпись вот здесь, почему нельзя было ее сделать вот здесь, чтобы ее совсем можно было скрыть? Я понимаю то, что вот так вот она берет и скрывается, но вот эта огроменная надпись Made in China, ну нет слов, просто нет слов. Ну а сам страж на этот Spyro залезает вполне себе спокойно. И вот он здесь вот так вот сидит. Не тужит, не плачет, все ему нормально, все ему прекрасно. Поэтому, как бы, ну, Spyro сам по себе хорош. То есть можно стражи настроить на него, посадить получше, можно так, чтобы он держался одной рукой, без рук не получится. Но сам по себе постройка, ладно, нормальная. То есть, как бы, особо бомбить я на нее не буду, но смысла в ней не особо много вижу. Что я могу сказать про этот сет? Ну, сам по себе он неплохой, то есть достаточно хороший, но опять же, если вы его найдете по приличной цене. Почему? Потому что сет-то какого? 17-го года, если я не ошибаюсь. А я могу и ошибаться. 15-го года. 2015-го года. То есть, да, можно понять, в чем была ошибка, тогда только впервые начали у Ла появляться новая артикуляция, вот эта вот более сложная. Впервые мы получили какие-то наборы по Destiny, но тем не менее, то есть набор сам по себе такой неплохой. Но его найти уже все сложнее и сложнее, потому что у Destiny был очень ограниченный тираж, да и самих наборов разнообразных не было. По большей части мы получали очень много стражей, что меня немножко напрягает. Ну да ладно, об этом будет в отдельном видео, которое я когда-нибудь таки сделаю. Когда именно, не знаю, но следите за каналом, если вам будет интересно. А на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Всем пока!